Значит, мы говорим сейчас с мэром городка Шентиль, самой большой перевалочной базой подвижения беженцев в Европейский Союз. Здесь прошло около 200 тысяч людей в Словении. Вот. И вопрос очень простой и важный. Мы задаем простой вопрос, сложный вопрос вот, господину мэру. Как, в вашем понимании, можно решать вот эту ситуацию? Где решение? Решение можно само на начин, да се решуе та проблем на извору. То се прави в Сирии, там, кер е война, да се та война остави. И па за одлочну политику, европску политику, да се им пове кашна е можност, озирма капацитета тих бегунцов при нас, колко их лако се асимилира в Европску унию. Само е то можно начин. Че тега не бо, че Европска унија не бо одлочно настопла, се зна згодит да бо то трајало 2-3-5 лет и бомо имели скоз веќе проблеме их интегрират. Начин, морамо се заведат да то не со исте култури, да гре пополнома диаметрално, туди религија со различна. In je zelo težko, da se bodo oni asimilirali v naš demokratični sistem, zaradi tega, ker imajo popolnoma drugačno razmišljanje kot mi. Mi smo ena demokratična država, kjer imamo določene svobode, tam pa tega ni. Tudi ženske pomujejo drugač in ta razlika je zelo težko, je bomo uskladili. Те религии са превечно разные, да би лахко были компатибильны. Но вот самое главное вот решение, да, я со всем этим согласен, да, решение простое. Европейская Уния должна просто остановить этот процесс, перестать принимать беженцев. Правильно я понимаю вашу мысль? Я смыслю, да би было наибольше, да би Турция и Грция, чтобы Турция и Греция, да би там могли заоставить те бегунцы и их потом вращать назад, которые не имеют политического азила. То се прави, да би легко там же 80-90% те бегунцев ясно дали ведать, нимате правица бивать ту. Что этим 80-90% беженцам надо сказать, что они просто не имеют права здесь находиться. Тако, и тут бы зело поценили, кар се тиче экономику тих бегунцов, кер ко грея скози Балканско пот, е то велик строшек за Европу, па туди с тем, ко им би дали ясно ведет, да нимаја правица бить ту. По нобени конвенции би они туди заоставили та ток. Ну вот, да, что им надо дать ясно понять, что у них не будет права здесь остаться. Туди Европска уния е неодлочна при исканио, реко, криминалцо, ки се окваря с тихотапленням тих люди из ене целине на друго преко морја. Форекс, едноставно, ко ојамеја една тихотапска група, други дан друга настане. То се предсем интегрира во Италија. И то се тако мочне, капиталско мочне туди те групе, да их е тешко уничити. И их ведно наговаря, згледа да там па е денар, кдо их пофинансира, па не веја. Ну вот, да, это тема, что кто организует весь этот транзит через море и кто на этом зарабатывает. Вот, какие группы, ну вот, да, и Европа ведет себя нерешительно. Спасибо большое.